Я пытался расспросить Оминиса насчет скриптория, но ничего от него не добился. Жду тебя у входа в гостиную Слизерина. Надо поговорить. Пивно не поймаешь! Нэти поведала мне о схватке с браконьерами. И я должна тебе кое-что о них рассказать. Боюсь, это касается тебя. Давай встретимся как можно скорее. Когда у вас появится время, загляните в «Выручай комнату». Дик сказал мне, что вас может заинтересовать разведение магических существ. Я всегда говорила, что путешествие расширяет. Меня попросили обучить вас заклинанию бомбарда. Когда выполните мои задания, подойдите ко мне после занятий. Дик хотел бы поговорить, когда у вас будет минутка. Привет, Дик. Ты хотел со мной поговорить? Да, Дик подумал, что вы захотите научиться создавать загон для разведения существ. Это отличная идея. Спасение и разведение существ тесно связаны. Браконьеры крайне опасны для детенышей существ. Разведение существ в «Выручай комнате» позволит уберечь малышей. Ясно. И что мне нужно сделать? Сначала приведите в комнату пару существ, самца и самку. Дик предлагает спасти фестралов. Они очень страдают от браконьеров. Благородные создания с плохой репутацией из-за связи со смертью. Браконьеры ценят их за хвостовые волосы. Я уже видел фестралов, но где же в здешних местах найти пару? Дик видел диких фестралов неподалеку от Хогвартса. Вам нужно будет приобрести рецепт для загона в фолиантах и свитках и собрать необходимые материалы. Приходите к Дику, когда фестралы и магический рецепт будут у вас. Левиоса. Не бойся, я не причиню тебе зла. Здравствуйте. У вас есть товары на продажу? Конечно, но... как вы здесь смогли оказаться? Заблудились? Я просто гуляю по окрестностям. Ага. Приятно иногда вырваться из рутины. Я и сам люблю путешествия. Меня зовут Леопольд Бабкок, и я действительно торговец. Что ж, раз вы тоже любите незаурядные путешествия... Хочу напомнить, как важно иметь при себе запас рябинового отвара. Скажу вам, что, например, в запретный лес нечего и соваться без него. Что скажете на этот счет? Лучше ведь задуматься о безопасности на пути. Я подумаю об этом. Благодарю вас, мистер Бабкок. Скажите, если что-нибудь приглянется. А что у вас можно купить? Что вам сегодня нужно? Спасибо за покупку. Приятно было повидаться.
Ну, здравствуй, Хоксмит. Не спешите, осмотритесь. У меня огромный выбор замечательных книг для пытливого ума. Давайте посмотрим, что у нас есть. Теперь можно наколдовать загон для разведения существ в выручай комнате. Надо сказать Дейку про фестралов. Я всегда могу положиться на своего матроса. Есть ли на свете местечко уютнее Хоксмида? Я спас фестралов и приобрел магический рецепт для загона. Великолепно! Теперь, чтобы разводить фестралов, нужно выпустить их в виварий с созданным загоном. Чтобы начать, используйте загон. Приходите к Дейку, когда закончите. Хорошо. Интересно, где лучше наколдовать для них загон? Дик не перестает удивляться комнате. Теперь у нас есть идеальное место для фестралов. Скажите Дику, когда разведете их. Теперь все хорошо.
Он пригодится, когда понадобится что-нибудь определить. Какая приятная встреча, мой юный друг. Замок. Должно быть, он был весьма величественным в свое время. Может, гибрид? Прыгучая тентакула. Профессор Чесноук, ваши задания готовы. Прекрасно! Надеюсь, вы оценили, сколько пользы приносят нам растения. Меня это никогда не перестает восхищать. Не далее, как вчера, я несколько часов подрезала самоудобряющиеся кустарники и трепетливые кустики. И даже не заметила, что так долго вожусь с ними, пока не зашло солнце.
Но больше роста и благополучия моих растений я рада видеть успехи моих учеников. Итак, перейдем к изучению флипенда. Подбородок выше, палочку не стискивайте, все дело в движении запястьем. А теперь попробуйте. Сосредоточьтесь на этом заклинании. Нет ничего унизительнее, чем сбить с ног товарища, пытаясь подвинуть пару горшков. Просто чудесно! Если захотите попрактиковаться, можете остаться в теплице после занятий. Только осторожнее с растениями. Слепец! Вы только посмотрите, да у вас талант! Инсейн! Левиоз! Левиоз! Я о тебе позабочусь. Ревелио! Левиоса! Тише, тише! Я не сделаю тебе больно. Не бойся, я не причиню тебе зла. Интересно, кто тут жил? Варен шире браконьеру нечего. Левиоса! Левиоса!
Инсендио! Глаз! Аресто момент! Декульто! Протема! Вингардиум Левиоса! Глаз! Декульто! Аресто момент! Инсендио! Экспеллер! Акцио! Акция! Инсендио! Дефиза! Левиоса! Конфринго! Ривелио. Левиоса! Все задания выполнены. Профессор Ховен ни за что в это не поверит. Сегодня вы все молодцы. Урок окончен. Полагаю, вы готовы освоить новое заклинание. Я выполнил вашу задачу, профессор. Теперь я готов к изучению бомбарда. Хорошо. Но у этого заклинания есть один нюанс. Его можно использовать только в случае необходимости. Вы, наверное, уже догадались, что взрывные чары могут причинить вред окружающим. Поэтому используйте их очень осторожно. Непременно, профессор. Ловлю вас на слове. Что ж, приступим. Движения палочкой должны быть четкие. Не хотелось бы, чтобы вам оторвало руку. Попробуйте. Держите палочку ровно и крепко. Помните, что взрывное заклинание очень капризное. Хорошо. А теперь давайте перейдем к практике. Потренируйтесь на этих тыквах. Бомбарда! Вы отлично работаете палочкой. Вот так каждый раз и произносите это заклинание уверенно и четко. Профессор, у вас найдется минутка? Да. В чем дело? Мне интересно, что побудило вас заниматься волшебными существами. Подумываете о выборе профессии в этой области? Еще не знаю наверняка, но волшебные существа кажутся мне занятными. Вы действительно неплохо справляетесь с ними на уроках. Я считаю, что при выборе профессии, особенно в сфере науки, нужно обязательно учитывать как любовь к конкретному предмету, так и стремление помочь ученикам тоже узнать и всей душой полюбить этот предмет. Разумеется, профессор.
Когда вы поняли, что хотите заниматься этим? Я четко помню этот момент. Были летние каникулы между 6-м и 7-м курсом. В ежедневном пророке я прочла о волшебнике, который торговал яйцами Акаме, а потом исчез в горах недалеко от моего дома. Конечно, мы изучали Акаме, но обычно они водятся в восточных землях, например, в Индии. Поэтому мне стало интересно, как они оказались в здешних краях, и я решила отправиться на поиски. Что это за существо такое, Акаме? Они просто потрясающие. Похоже на змею, но тело покрыто перьями, а еще у них есть крылья. Они могут уменьшаться или увеличиваться по желанию. Откладывают яйца из чистого серебра, так что торговцы их очень ценят. Отыскать Акаме в горах наверняка очень непросто. Конечно, это было нелегко. Я искала несколько дней, пока родители сходили с ума от беспокойства. И, наконец, я обнаружила останки того волшебника, торговавшего яйцами. Он лежал возле дерева. А в дупле было гнездо с 7 серебряными яйцами Акаме. И что вы с ними сделали? Ничего. Мы должны ценить существ за то, что они могут подарить волшебникам, например, защитную одежду, ингредиенты для зелий или даже сердцевину для волшебных палочек. Только браконьеры способны убить существо ради пары-тройки галеонов. Я оставила яйца там, где нашла, и спряталась. А через несколько мгновений существо пролетело прямо у меня над головой. У меня перехватило дыхание. Она сжалась так сильно, что почти исчезла и юркнула в свое дупло. Потрясающе! Так и есть. В тот момент я поняла, что должна как можно лучше изучить существ и помочь волшебникам научиться правильно с ними обращаться. Так будет лучше для всех. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Какой бы путь вы ни выбрали в дальнейшем, советую не забывать об изучении существ. Существа могут одарить нас очень полезными вещами, а однажды даже спасти нам жизнь. Я это запомню, профессор. Благодарю вас. Привет, Грейс. Что ты здесь делаешь? Как только тебе хватает нахальства заговаривать со мной после такого. Надеюсь, моя бесценная семейная астролябия тебя радует. Я просто в поле призывателя хочу сыграть. Ладно. Я с радостью задам тебе трёпку. Можем начинать. Я готов. Что ж, поглядим, чего ты стоишь. Для семьи Пинч-Смедли ты всегда будешь врагом и гнусным предателем. Акцио! Будем считать, ты этого не видел. Акция! Впечатляет. Акция! Вот как это делается. Впечатляет. Акцио. Акцио. Невероятный удар. Ну надо же, похоже, меня превзошли. Ха, мало тебе того, что ты забрал мою семейную астролябию, да? Еще и в поле призывателя нужно было меня победить.
Давай оставим старые обиды в прошлом, хорошо? Ты отлично играла. Спасибо. Но думаю, я пока не готова тебя простить. Может, меня ты и победил, но следующий соперник точно поставит себя на место. С удовольствием полюбуюсь на это. Надо сказать Дейку о новорожденном Фестрале. Привет, Дик. У меня для тебя радостная новость. У фестралов родился малыш. Как замечательно, что в мире становится больше фестралов. Недооцененные существа. Жаль, что мы оба можем их видеть, Дик. Дику повезло видеть таких величественных существ. Но иногда Дик хотел бы их не видеть. Дик виноват. В чем виноват? Много лет тому назад хозяин приказал Дику помочь ему поймать феникса, редчайшую птицу. Хозяин заприметил его на высоком утесе. Феникс был самым прекрасным существом, которого когда-либо видел Дик. Дик умолял хозяина не трогать его. Дик не хотел лезть на утес, и Дику пришлось себя наказать. Пока Дик себя наказывал, хозяин потерял терпение и применил заклинание, целясь в сторону величественной птицы. Феникс защищал яйца в своем гнезде, и когда он в гневе бросился вниз, хозяин сорвался с утеса. Дик не смог ему помочь. Чтобы наказать себя, Дик оставался на том утесе несколько дней, пока его не обнаружил Топс. Какой кошмар, Дик. Мне очень жаль. Дик поделился этой историей только с профессором Уизли. Теперь и с вами. Дик часто думает о судьбе того Феникса. Дик счастлив жить в Хогвартсе и помогать вам спасать существ. Возможно, так Дик сможет искупить свою вину.